Развитие лидерских качеств, ораторского мастерства и креативного мышления. В Кустанае стартовал двухдневный студенческий лагерь, в котором участие приняли молодые активисты со всего региона. Главная цель – помочь участникам развить в себе те качества, которые помогут воплотить их инициативы в жизнь. Встречу проводили профессионалы своего дела, которые на практике доказали, как достичь успеха. Подробности в нашем материале. Двухдневный студенческий лагерь объединил молодежь со всего региона. В течение двух дней ребята прокачают свои скиллы. Помогут им в этом как местные, так и республиканские спикеры. Каждый из них имеет большой практический опыт, которым они рады поделиться с инициативной молодежью. Самое главное, отметил председатель Кустанайского областного молодежного крыла Жастар Руха Серик Маназбаев, это услышать участников лагеря, понять, что интересует молодое поколение, помочь им в реализации их инициатив. Мы пригласили республиканских спикеров. Одним из них является Айсул Гирниязова, который является советником министра просвещения и высшего образования и науки. То есть это человек, который уже напрямую работает с личным самоуправлением, скажет. А также у нас есть спикеры там, Султан Алайбергенов, он является членом Совета молодежи при президенте Республики Казахстан. То есть все эти спикеры, которые поделятся с конкретным опытом, практически будут ребятами работать сегодня весь день. И это возможность ребят от первоисточников узнать, и, может быть, донести какие-то свои идеи. Полученные знания и навыки помогут ребятам не только достичь успехов в реализации своего проекта, а в целом все, что студенты получат от лагеря, они могут использовать в повседневной жизни. К примеру, лидерские качества, потенциал, самоуправление, тайм-менеджмент, креативное мышление нужно всегда, отметили организаторы мероприятия. До этого мы организовывали также проект, в котором ребята могли выиграть гранты на реализацию собственных идей. Также это продолжение. Там участвовали не только студенты вузов, участвовали и школьники. То есть сейчас в большей степени, в принципе, направление идет на то, чтобы помочь ребятам делать то, что им интересно. Вот. Мы сопровождать в любом будем случае дальше, потому что здесь мы выслушаем их идеи, учимся их правильно их доносить, а дальше будем держать связь, потому что мероприятий будет много, и ребята нужны, которые смогут что-то рассказать, которые хотят о себе заявить. Молодежь Кустанайского региона всегда отличалась своей инициативностью, желанием развиваться, быть частью больших проектов, которые приносят пользу людям. Одна из тех, кто всегда участвует в подобного рода тренингах, Лаура Ирубаева. Девушка-волонтер. Все качества, полученные в ходе лагеря, обязательно понадобятся ей в работе поисково-спасательного отряда. Умение вести за собой людей, уверенность, добродушие и способность работать в команде – малая доля того, чем должен обладать волонтер. Участвую я всегда, когда вижу, нам пишут, я такая, все, я первая, я иду. Также беру с собой своих волонтеров, либо вот из КРУ, также первокурсников, посвящаю в эту всю активную деятельность, потому что это интересно, это наша жизнь, и это никак не мешает учебе. Волонтеры – это очень круто, это ответственно. У нас много занятий, много заданий, миссий. В первую очередь все направлено на коммуникабельность, развитие лидерских качеств, умение говорить, умение вести за собой людей. Также организаторы студенческого лагеря позаботились и о культурной составляющей. В планах экскурсия по городу. Кустанай славится своей богатой историей, которую молодежь должна знать. Молодежные лагеря для Кустаная не в новинку, однако такой формат проводится впервые. Самое главное, все тренинги и мероприятия проходят в информальной обстановке, когда можно расслабиться, найти единомышленников и просто хорошо провести время. Владислав Уващенко, Бахтияр Жантаев, телеканал Кустанай.